тоже. Теперь эти души никогда не упокоят. Весь наш великий эксперимент пустую. Пустую. Come on.
Thank you.
из камня и из плоти. Я не позволю вам бить меня! Я уничтожу вас силой мысли! И я погадаю на твоих внутренностях! Радуйся, я всего лишь сожгу тебя! Радуйся, я всего... Радуйся, я всего... Где же он прячется? Готовься к забвению! Готовься к забвению! Готовься к забвению! Духи приказали уничтожить тебя! Готовься к забвению!
Готовься к забвению! Готовься к забвению! Готовься к забвению! Где же он прячется? Что это за стран? Туман рассеивается, о, господин! Что это за шутки? Никаких шуток, господин! Я снова ваш слуга, ваш чемпион! Жалкое создание, я не... Магнус? Но как? Это я, господин! Как это возможно? Здесь, в этом проклятом месте, я встретил своего лучшего воина. Серафан преклонялись перед ним. Вместе мы были непобедимы. Пока. Магнус, предатель. Вот какую награду ты получил за свое предательство. Господин, я не... Той ночью вместе с остальными ты покинул мой лагерь и встал на сторону моего врага. Господин, это неправда. Я всегда был предан вам. Но моя гордыня. Я хотел нанести удар, который решил бы исход войны. Я хотел убить лорда Серафан. Я был вашим чемпионом. Ты так и не вернулся. Я не справился. Я пытался убить его, но даже сейчас я не могу вспомнить, как он меня одолел. Я беспомощно свалился к его ногам, а он с помощью своей магии лишил меня рассудка и отправил сюда, в этот... Ад, но вы, господин, я слышал, что вы мертвы. Не настолько, как хотелось бы многим. Как видишь, я вернулся. Магнус, мой лучший воин, ты так долго страдал. Я с гордостью дарую тебе освобождение. А? Спасибо, мой господин. Прощай, друг. Будь свободен. Таким, каким никто из нас не станет никогда. Я чувствую перемены в тебе. Ты нашел строителя. Ты проницателен. Он дал мне свою кровь. А я взамен дал ему то, о чем он так долго мечтал. Смерть. Теперь ты готов спуститься вниз к механизму. У нас мало времени. Силы меня покидают. Механизм работает. Ты должен его уничтожить.
Ты что-нибудь знаешь о создании внутри него? Рабы называют его массой. Оно очень могущественно, но это всего лишь животное. Кровь, текущая в твоих венах, его убьет. Как мне пройти к механизму? Этот проход приведет тебя к нему. Я вернусь, как только уничтожу механизм. Постой. Я должен рассказать тебе о твоих истинных врагах. Они не из этого мира. Они владеют магией рун, при помощи которой они проводили меридиан. Они руководят орденом Серафан, скрываясь в обличии рунописцев. Их называют хейденами, а их повелитель — это... Лорд Серафан. Они очень могущественны, Каин. Скоро ты столкнешься с ними. Опасайся их магии. Теперь найди массу. Разрушь механизм. Я отпраздную победу уже к концу дня. Увидимся. Thank you.
сейчас позову. Кто-нибудь спасите меня!